Всем привет! Коротко и наглядно о погоде в Анапе 10 января 2018. Сегодня в Анапе классно. Тише благодать. Солнышко пригревает. Ветра нет. Кто смотрел нашу вчерашнюю вечернюю прямую трансляцию с Максимом, знает, что со вчерашнего дня в Анапе значительно понизилась температура, похолодало. Вчера еще был ветер холодный. Вот. А сегодня очень-очень классно. Ночью сегодня в Анапе была минусовая температура, ну, где-то примерно минус 3. Вот. А сейчас днем, около 11 часов, температура воздуха около плюс 5 градусов. Как обычно, на нашем центральном пляже тут птичник. Преобладают пока что сегодня голуби, чайки, утки в меньшинстве и еще меньше лебедей. Ну, а температура морской воды сегодня у берегов Анапы плюс 7 градусов. Такой треск по ракушкам иду, как по снегу, да? Как и по всей России, в Анапе начались трудовые будни со вчерашнего дня. Большинство анапчан вышли на работу. Но вот что я сейчас подумала, что те из них, кто работают где-нибудь в центре Анапы, вполне могут при случае, когда у них появляется перерыв, полчаса, час, вполне могут выйти к морю и прогуляться, расслабиться, перезагрузиться, насладиться этим кусочком рая, по соседству с которым мы живем.
Ну вот пока прогулялась по пляжу. Прошло некоторое время после первого измерения температуры воздуха. Чувствуется, что потеплело. И я решила еще раз измерить. И в самом деле, вот смотрите, температура воздуха повысилась. Почти около плюс 9. Это на солнышке. Где-то как раз часов с 11 и до 4. Днем максимальная высокая температура. Это самые теплые часы, самые комфортные для прогулок. До 11 воздух только прогревается. А после 4 солнце клонится к закату и тоже становится прохладно. Ну и немного расскажу о том, какая нас ждет погода в Анапе. К концу недели, на выходные, поднимется сильный ветер, норд-ост. До 15 метров в секунду с порывами до 25. Это достаточно сильный ветер. И с северо-востока это холодный ветер. По факту будет минусовая температура, где-то минус 3 днем. Вот. А ощущаться она при таком ветре будет как минус 10, минус 13. В общем, я знаю, что это такое. Скажу вам, это очень большой дискомфорт при минусовых температурах, сильный норд-ост. Ну и после вот таких вот некомфортных выходных в понедельник вроде как ожидается даже снежок. Снег будет идти непродолжительное время, и после этого уже будет потепление, плюсовая температура. Поэтому даже если снег и выпадет хоть какое-то его количество, то он вскоре растает. Вот такие типичные погодные истории для Анапы. На этом все. Спасибо за внимание. Рада быть для вас полезными. Смотрите на нашем канале Анапа Курорт Инфо погодные репортажи. Участвуйте в прямых трансляциях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нам очень приятно такое ваше внимание. С вами была Наташа. Еще увидимся. Пока!